Примус 250Е – сварочный аппарат переменно-постоянного тока. Аппарат этой серии позволяет осуществить соединение металлических частей с помощью электрической дуги как постоянного, так и переменного тока. Примус 250Е имеет возможность подключения к сети 220 и 380 вольт. Потребляемая мощность 5,2 кВт. При переменном токе сила его от 40 до 230 ампер, при постоянном токе от 30 до 60 ампер. Используются электроды от 1,6 до 5 мм. Вес аппарата 39 кг.